патроны в армии, то если я уже понадевал их, понаделал их целая куча, блядь. О, курочки нужны, Саш, курочки? Не трогай курочек, люди уже на тебя смотрят. Все, видишь, чувак уже отвлекся, блин, играть перестал. Садись. Ладно. О, другая мелодия. А, нет, та же. Да-да-да. Не да-да-да-да-да-да-да-да. Так ладно. Ну, тоже играть. Да, а что, у нее другой мелодии нету? Так, сейчас я приду. Две минуты. Что-то им плюется мой вот этот персонаж в костер. Мясо в жарке, кофе варить. Ну, нету кофе. Боря, ты, ты ловишь блох у себя в бороде. Вообще. А что тут у меня негритенок трогает? Ну, уже в то время, видать, были наклонности. Еще какой-то прикол. Я свое эхо слышу, когда смеялся. Ну, он так на меня посматривает, слышишь, может, надо валить уже. Вот. Ой, не говорит. Ты посмотри, что он делает. Он что-то. Ой, он на тебя, он выбирает, короче, слышишь? Который сбоку или который вон он напротив тебя? Который за спиной сидит у меня. А вот этот? Да. Он сидит и смотрит на меня в затылок, да, так упорно. Ой, на тебя смотрит. Он на тебя. Ручки потирает. А, это он на костре греет. Комаров подбивает. А, у тебя, наверное, он сидит, короче, в другой... Или нет? У меня за он спиной сидит. За спиной. Да я вижу. Да, между нами. Нет, сейчас паник. А чё? Нас уговоряют. Твой тоже харкается в костер. Мой тоже в костер плюет, и твой этот персонаж. О, говядина с приправой, еще надо приготовить. Тогда что-то дадут. Да? Ну, что-то три надо приготовить. Именно с приправой надо? Ну да. Так, говядина я сказал, да? Сорт на говядину. Это сорт. Допустим. Что она у нас дает? Ну только не хуйня. Приготовить. О, нихуя себе рассвело так быстро. Ну ты просто залез в эту. Наверное, я же не понял. О, 0,1 золота. 200 XP. Ну кто же не приготовил? Ежедневное испытание. Так это именно с приправой или просто? С приправой, да. А у меня нет. Берем что-то? Сань, берем? Ну, берем, сейчас берем. Боря, готовь говядину с приправой. Тебе дадут 0,1 золота. Хорошо. А у меня нет говядины. А, есть. Превосходная говядина у меня есть. У меня, на сегодня одно из испытаний сегодняшних. Нет, у меня, только кофе есть. Я могу сделать превосходную говядину с мятой. Ну вот, делай. У меня мяса нету никакого. Я вот могу сейчас кофе сварить. Вот даже вибрирует джойстик. А как ты так ходишь без мяса? А у меня все сварено, все готово уже. А всегда в запасе. А сколько надо? Три штуки, да? Да, три там было. Просто приготовить, есть не обязательно. Вот. У меня вот, смотри, сколько. У меня есть готовлю. Жареное мясо крупной дичи. У меня есть крупная дичь с тимьяном. Она у меня делает глаз четвертого уровня. Все, да. У меня есть крупная дичь с душицей. Да. Она тоже у меня делает 0,1. Энергию. Тоже 0,1 дали? Да, 0,1. Оно мне делает энергию.
А, это сгоревшая деревня? Ну, это война, еще остатки от войны. Там колокол, вот, кстати, звенит иногда. Проезжаешь, и колокол сам по себе. То ли от ветра, то ли от чего. Лодки стоят, нам что, плыть надо куда-то? Может быть. О, блин, началось. А кто там был? На тебя напали, да? А, это заброшенная, это усадьба это. Ох, там пулемет еще. Блин, а в тумане-то ни хрена не видно. Оля, не вовремя ты проскочил. Он все время приколы какие-то отмачивает. Пулемет кто-то снял или что? О, тут пулемет. И на втором этаже был вроде. Сзади, что ли, кто-то едет. А я не могу туда развернуться. Там по второму этажу убейте. По второму этажу убейте. Они там где-то... Ой, я что-то взорвал. А, куда попало, блядь? Главное, герой не поможет. Ну что, на штурм? Пошли на штурм. Пошли, я что-то... Куда я стреляю? Хрен его знает. О, там трое, четверо. Блять, ничего не видно. А, сейчас, подожди, динамик. Я какого-то чувака взял в руки, он там лежал, орал бы это, освободите меня. Может его освободить? Я его подальше отнесу и освобожу. Боря. А я пробовал динамит, не помог. А я сжечь их хочу. На втором, что ли, этаже где-то? Да-да-да, он на о, втором. Там, стоп, там двое их. Один наш, один не наш. Стой, где наш? Это не наш, там. Так, Боря, иди бери того кренделя. Узнать, где он. Где он стреляет? Да я стреляю. Да не, по мне кто-то стреляет. А, убили. Да я кренделя его там разделывал. На. Это, а, это вот этот вот в белом, весь в белом. Да. Так конь сюда не придет, ты че, Борь? А я хочу, блядь, чтоб пришел. Свистит, надо выйти на улицу. Чтоб ближе подошел. Что вот это за белая точка горит? Саня, смотайся туда. Что это за белая точка горит? На карте посмотри внимательно. Сзади горит белая точка.
сейчас пойду посмотрю. Вот это вот, вот. Там освободить может еще кого-то надо. Я одного освободил. Я уже пошел. Что твой конь с ума сходит? Взорвать что-то надо. А ну-ка. Так, а, что там? А, это потому что ты его посадил на лошадь. Подожди, Боря. Там кто-то скачет, подожди, надо будет прикрывать тебя. Погнали. Погнали. Хватит пиздеть, а? Дай ему по голове. Да дал уже. О, ты там доедешь? Доеду, я тут гостей встречаю. Или помочь тебе отстреливать? Не, не надо. Я за пулеметом. А, я это устричу тогда. Ну что, все? Кончились? А все, я его уже пригнал. Только не сдавай. А, время не идет. Да, я полутал. Это же легендарно, но это была только первая звезда, поэтому было более-менее легко. Вот тут два пулемета. Опять. А тут еще вблизи где-то еще там тоже есть пулемет. Так что не сдавать пока? Ну подожди, я сейчас пограблю. Ну что ж такое, ладно. Добру пропадать. Я тоже вот одного застрелил за своего болта. Чу, блядь, конь напугал, блин, кто за мной шарит? О, у меня гости. 14 центов, да? О, я сдаю, короче. Ладно, хрен, тут осталось. Я так за пулеметом понравился. Ну ладно, это с каждым днем будет все сложнее, это у нас первая звезда. Придется. А ты видишь, там еще дымку сделали такую. Может быть, если она будет все время эта дымка, да, со снайперок даже хрен увидишь. Да, и, наверное, отключат опять этот прицел, блядь. И но пиздец. Это уже на последней звезде только. Да. Надо себе дробовик купить, конечно. Да, дробовик тоже хорошо. Да пистолеты тоже неплохо, кстати. Ну, дробовик, конечно, тоже хорошо. Ну, когда автонаводки нету, то пистолеты не очень. Особенно если со спины нападают, пока развернешься. Они уже завтра выходной, ебаный нас. Ну что? Да дали. Кошелек. Ты у меня с небес не зашел. Хорошо, 102.